Издательство «Национальное образование» представляет. В серии «Пиши и стирай». Тетрадь для письма маркером «Английские буквы. Пиши и стирай» для детей от 5 до 8 лет. Здравствуйте! Мы приветствуем всех тех, кто пришел к нам на мероприятие «Олимпиада национально-технологической инициативы в Томской области. Комплексная система поддержки участников в 2020 году». Уже давно не секрет, что наше образование сегодня стоит перед вызовами, которые определяются разными трендами. Это развитие национально-технологической инициативы, цифровой экономики. И именно сегодняшним школьникам предстоит стать тем самым кадровым резервом индустрии 4.0. Совсем скоро, к 2035 году. Но как же сейчас этим ребятам приобщиться к современным трендам и технологиям? Мы готовы дать вам ответ. Прежде всего, путем участия в Олимпиаде национально-технологической инициативы, а также крупных фестивалях, о которых мы сегодня расскажем. Сегодня на мероприятии вы узнаете, какие новые поддержки участникам Олимпиады НТИ приготовил детский технопарк в Анториум. И немного забегая вперед, скажу, что в этом году система поддержки расширится, будет включать не только образовательные программы, соревновательные треки, но и крупные фестивальные мероприятия и онлайн-курсы. На нашем мероприятии мы вам подробно расскажем о двух фестивалях – фестивале NTI ColaFest и Всероссийском фестивале мейкеров «Руками». А также вы узнаете о наших курсах по математике, информатике и физике, которые мы будем предлагать как очно, так и онлайн. Наше мероприятие рассчитано на 1,5 часа. Вас ждут содержательные презентации, интересные видеоролики, а в зале трансляции работает чат. Прошу вас все вопросы задавать в чате, и наш модератор чата Олеся организует наше интерактивное общение. Мы будем отвечать на ваши вопросы после каждого выступления, а также в конце нашего мероприятия организуем общую дискуссию и обсуждение. Мы хотим, чтобы наша встреча получилась интерактивной и полезной для каждого. Ну, кажется, пора уже начинать. И первое, о чем мы расскажем, это фестиваль национально-технологической инициативы ColaFest. И прежде всего посмотрим видеоролик об этом фестивале. Внимание на экран. ColaFest – это фестиваль НТИ. На каждом рынке ребенок может себя почувствовать в трех ролях. Может просто прийти, скромно постоять в стороне, присмотреться к рынку, понаблюдать за другими людьми. Может попробовать что-то покрутить, поуправлять кораблем, квадрокоптером, посмотреть, что можно делать с плазмой крови, измерить себе специальными новыми устройствами давления. А может решить реальную инженерную задачу, например, запрограммировать спутник или траекторию движения коптера и много всего интересного. Также специально для ребят мы заготовили лекторий, на который привезли крутых спикеров НТИ. Играет музыкальная группа. Здесь много разных интересных проектов, можно было походить по этажам. Много различных научных экспонатов. Много работ на тему энергетики, магнетизма. Прохожусь по некоторым этажам и очень удивляюсь тому, что вообще тут умудрились показать.
Коллабфест – это мероприятие для современной молодежи, которая интересуется технологиями. И мы очень надеемся, что этот фестиваль станет отправной точкой для них, для развития их интереса в технологии. Фестиваль НТИ в этом году будет проведен уже второй раз. На видео вы видели площадку и участников фестиваля прошлого года. В этом году мы будем работать интерактивно в онлайн-режиме. О том, какие полезные активности ожидают участников и что будет нового, расскажет организатор, директор детского технопарка «Кванториум» Мозгалева Полина Игоревна. Слово Полине Игоревне. Добрый день, уважаемые коллеги. В этом году фестиваль пройдет действительно в новом формате. Вот. Даже не могу, можно не рассказывать вам про прошлый год, потому что вы уже посмотрели видеоролик. Вот. Я прошу запустить презентацию. В этом году у фестиваля новая концепция. Следующий слайд. Нас вдохновил Генри Форд, да, и причем вдохновило именно его мироощущение, миросознание, да, что воздух полон идей, вы просто должны знать, чего вы хотите. Таким образом, мы упаковали тот самый фестиваль, который в прошлом году прошел у нас действительно на 4 этажах, в котором принимало участие огромное количество компаний, образовательных организаций, и ребята зарядились настолько духом национально-технологической инициативы, что не просто начали делать крутые новые проекты и участвовать в Олимпиаде. Ну, во-первых, увеличился охват участия в Олимпиаде НТИ, и что безумно важно, потому что ребята, участвуя и получая какие-то результаты, они вдохновляются далее делать свои новые стартапы, новые изобретения. Вот. В этом году мы предлагаем концепцию онлайна распределенного характера. То есть ребята смогут поучаствовать в нашем фестивале как через платформу, так и находясь в своем классе, будучи на очном обучении. Мы запаковали фестиваль полностью в пакетные решения, которые перейдут в классы, к профильным учителям, и можно будет пройти путь в режиме игры реального времени и получить свой опыт уже руками, почувствовать национально-технологическую инициативу. Далее хочу рассказать вам про дизайн, ну, про результаты прошлого года, следующий слайд. Вот, в прошлом году у нас было 1500 посетителей, в этом году, я думаю, что их будет не меньше, и вот в прошлом году мы действительно ставили результаты повысить вовлеченность ребят. В этом году мы уже ставим следующий уровень, скажем так, для себя ожидаемых результатов. Не просто повысить вовлеченность, а вдохновить наших детей на то, чтобы они не просто изучали, знали технологии, чтобы они ими пользовались, чтобы они создавали их. Далее. Следующий слайд. И для этого мы решили начать с того, что наши дети, они изначально родились в мире красоты, да, то есть это в мире промышленного дизайна, когда ты выходишь на улицу, уже появляется культурный дизайн под города, когда у нас не просто какое-то устройство, оно должно быть обязательно удобное, оно должно быть обязательно красивое, функциональное. Вот. Таким же мы решили сделать для них фестиваль, да, то есть выбрали модные там цвета, это неоновый цвет, искусственный интеллект, андроиды, вот, и решили, что на фестивале, ну, как бы молодежь привлечет именно
объединение несочетаемых идей, технологий, людей и компаний. Вот. Уже работает сайт фестиваля collabfest.ru, можно заходить, вдохновляться, смотреть. Ну, давайте перейдем к содержанию. Следующий слайд. Да, 1500 целевая аудитория, но на самом деле, как показала практика и наша практика участия в онлайне, мы сможем это количество увеличить. Вот. В этом году мы опять делаем ставку на школьников, как подрастающее поколение, которое в ближайшие 15 лет начнет открывать высокотехнологичные компании и позволит обеспечить технологическое лидерство нашей страны на мировой арене. В том числе вовлекаем студентов и взрослых. Далее. Что нас ждет в этом году в программе фестиваля? Фестиваль пройдет в октябре. Мы решили по-прежнему оставить выставку проектов по рынкам НТИ. Сейчас, на самом деле, концепция рынков НТИ, она перекраивается, да, соответственно, в октябре ребят уже будут ждать современная, ну, как бы текущая актуальная картина, экспозиция по рынкам, что вообще сейчас есть. Рынки НТИ – это рынки будущего, это то, на что сейчас делает ставку наша страна. Соответственно, ребята обучают в школе для того, чтобы в тот момент, когда они выйдут на рынок труда, в тот момент, когда они станут действительно активной экономической единицей нашей страны, они попали сразу же в струю. Для этого мы делаем именно сейчас для них некое экспо по этим будущим нишам. Вот. Пройдет всероссийский конкурс терроинженера, про него я немножко позже расскажу. В прошлом году в этом конкурсе приняло участие достаточно большое количество ребят из более чем 30 городов, то есть мы показали, можно сказать, весь свет проектов по России. Заготовили международную площадку для вас, лабораторию проектного образования, медиапространство, ну и, соответственно, то, о чем я рассказывала раньше, это упаковка проектной деятельности, причем для того, чтобы это было наиболее эффективно и для школ, и для детей, мы сделали в этом году два пакета, пакетных предложений. Это проектная деятельность Junior и проектная деятельность Профи. Это для тех, кто только начинает, только хочет себя попробовать, и для профессионалов. Вот. Далее. Что мы хотим вообще сделать? На самом деле, двигая национально-технологическую инициативу, мы, по сути, создаем некое сообщество технологических энтузиастов, в котором есть и взрослые, дети, учителя, компании. То есть это сообщество, комьюнити, которое нас ведет всех действительно к открытию новых высокотехнологических, технологичных компаний. Далее. И давайте сейчас немножечко про конкурс терроинженера, потому что у нас уже, ну, как бы подходят сроки. Мы открыли регистрацию, заходите на сайт collabfest.ru, там можно перейти либо по ссылке, она сейчас есть на экране, либо сориентироваться по навигации. Регистрация на конкурс до 13 сентября. Нужно выбрать, с каким проектом, в каком направлении вы хотели бы выступить. То есть ребята могут в том числе отмечать, выбирать своих наставников. Наставников может быть несколько. Вот. Проекты представляются в рынках НТИ. Я рекомендую изучить эту информацию, потому что я думаю, что многие проекты попадут под эти рынки. Вот. И в этом году ребята не просто подают свои проекты и побеждают. После подачи проектов всем тем, кто прошел первый конкурсный отбор, мы ожидаем не менее 200 заявок по уровню прошлого года, мы делаем бонусный
бонусный подарок – это, во-первых, экспертная оценка, во-вторых, это доступ к курсу «Как продать свою идею». То есть ребята смогут за второй этап конкурса быть не просто оцененными, они смогут доработать свою идею, и, по сути, финальная презентация проекта, который уже пойдет на отбор в конкурс, она будет после доработки. Тем самым образом мы позволяем ребятам предоставлять более качественный продукт, который они дальше смогут двигать и прокачивать. И в финале, после того, как в финал выйдет 50 проектов, а далее на акселерацию, то есть как бы на доработку, на упаковку до мини-бизнесов, то, о чем мы мечтаем, дойдут 10 проектов. Поэтому я рекомендую участвовать, подавать проекты, даже если вам кажется, что сейчас они еще слабые, попробуйте. Чаще всего самое сложное – это придумать идею, потому что как только понятна идея, понятна ее уникальность, понятно, что она актуальна и что в этой идее есть социальная значимость, уже докрутите, и ее вам помогут наши профессиональные эксперты. Мы, собственно, для этого этот конкурс и делаем, для того, чтобы ребята не просто посоревновались, для того, чтобы они получили более качественный продукт. Далее. И, конечно же, я надеюсь, что поучаствует максимальное количество детей. Мы поставили такие возрастные рамки 12-17 лет по опыту. Вот, регистрируйтесь, подавайте. Ну, как показывает практика, бывают ребята младше с какими-то супер-супер-супер идеями. Подавайтесь, будем рассматривать в индивидуальном порядке, насколько это сопоставимый конкурс. Вот, далее. В общем, если кратко, мы очень долго готовились к фестивалю. Коллабфест – это детище Томской области. Вот, мы много чего уже подготовили. Я думаю, что это будет очень круто. Я надеюсь, что вы все к нему подключитесь. Заходите на сайт, заходите в Инстаграм, ВКонтакте, то есть мы там выкладываем максимальное количество полезной информации, полезной и актуальной информации, и очень ждем вас на конкурсе Терра Инженера и на нашем фестивале. До встречи. Спасибо. Людмила Николаевна. Спасибо, Полина Игоревна. Я напоминаю нашим участникам мероприятия, что у нас работает чат, и мы хотели бы с вами действительно провести интерактивную площадку, а не просто интересные лектории, хотя он действительно интересный. Давайте-ка проверим, как у нас чат работает. Как вы думаете, уважаемые участники, что самое важное при организации любого крупного мероприятия, при старте проекта, какой-то инициативы, стартапа, да, неважно, чего угодно, подготовки детей к Олимпиаде? Давайте, мы ждем ваших ответов. Какие могут быть варианты? Так, ну, пока наши участники думают и размышляют, я хотела бы сказать, что мы в конце каждого выступления будем отвечать на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, активно их задавайте. Ну, а я отвечу пока сама на свой вопрос, если нет других вариантов ответа. Мы считаем, что самое важное – это команда. Ресурсы, время, какие-то условия. Наверное, все это по плечу, когда есть люди, готовые взять и довести до результата действительно знаковый и интересный проект. Поэтому следующее видео, которое мы с вами посмотрим, это видео о команде. В 2019 году перед нами стояла задача рассказать молодежи про национальную технологическую инициативу. Но просто рассказывать не наш формат. Поэтому мы придумали фестиваль НТИ «Коллабфест». И любое такое мероприятие имеет свои сложности и проблемы. Нескончаемый поток документов оставляет не так много времени на творчество. Командные встречи оказались не такими близкими, как раньше.
Взаимодействие с партнерами не так эффективно, как нам хотелось бы. Мы не были готовы ко всему, что приготовил для нас 2020 год. Жизнь команды превратилась в череду дедлайнов. У нас есть ради чего сплотиться и продолжать работать. Мы все связаны одной целью. Порой становится страшно от такого количества проблем и задач. Но если команда живет одной идеей, то все получится. Команда «Кваториума» приглашает вас на фестиваль национально-технологической инициативы «Коллабфест». И пока наши участники еще думают над вопросами, мы получаем очень много разнообразных предложений, вопросов от тех, кто уже слышал о нашем фестивале. Самый распространенный вопрос – это какой будет результат для школьников? Что же дети в итоге получат? Полина Игоревна, можете на него ответить? Да, мне кажется, я уже сделала на этом акцент, что мы сейчас говорим не просто про технологии, которыми пользуемся сейчас. Мы говорим про будущее, про рынки будущего. Действительно, это не аналитика, взятая из головы, над этим работают целые аналитические команды, да, то есть как бы определяя те самые ниши, которые будут перспективными. И можно уже сейчас, обучаясь в школе, выбирая направление, в котором хочешь учиться в университете, делать ставку на то, что действительно будет перспективно, да. И наш фестиваль, он направлен именно на это, показать максимальное количество возможностей, максимальное количество потенциальных тех самых шансов, за которые можно ухватиться уже сейчас. Поэтому я как бы просто рекомендую зайти, посмотреть как минимум, открыть интернет и, если до сих пор не знаете, понять вообще, что такое национальная технологическая инициатива, откуда она взялась, почему ее запустил наш президент, да, и ее всецело поддерживает, потому что действительно ставка на наше будущее. Спасибо. Уважаемые участники, если вы вдруг не знаете, куда можно задать свои вопросы, у вас в окне трансляции есть всплывающая кнопка «Комментарии», и если вы ее нажмете, то попадете в наш чат. Мы все еще ждем ваших вопросов, и те, кто не успел задать вопросы о фестивале Полине Игоревне, смогут это сделать в конце нашего мероприятия. А мы переходим к следующей части нашей программы. «Коллабфест» – не единственное крупное мероприятие этого года. Хочу сказать, что впервые в Томской области будет проведен крупнейший мейкерский фестиваль идей и технологий под названием «Руками». Томская область вошла в число 15 регионов, которые победили в конкурсном отборе и получили право провести действительно уникальное событие. Поэтому сейчас время для еще одного видеоролика о фестивале «Руками». Ребята, я безумно рада вас не видеть, а вы нас видите, да. Я вам расскажу, как изготовить скульптуру Tensegrity своими руками.
Мне очень нравится, как реагируют на выступление робота ребятишки и взрослые. У них всегда это вызывает восторг. Им это очень нравится, и меня это радует. Для тех, кто не успел записать, повторю. 4 потрясающих дня с 17 по 20 сентября. Фестиваль идей и технологий «Руками». Чем же он отличается от фестиваля «Колафест», о котором говорила Полина Мозгалева? Давайте послушаем Зарину Шатилову, организатора фестиваля, программного директора и самого креативного человека в Кванториуме. Слово Зарине. Добрый день, коллеги. Просьба, включите, пожалуйста, презентацию. Итак, что же такое фестиваль «Руками»? Фестиваль «Руками» — это мейкерский фестиваль. Мейкеры — это у нас те люди, которые являются творцами, изобретателями, технологическими энтузиастами. То есть это все те, кто строит будущее с помощью технологий. Главные организаторы данного фестиваля являются РВК, Кружковое движение и вышеупомянутая Полина Игоревна, Национальная технологическая инициатива. Концепция нашего фестиваля, именно нашего региона, — это новые миры. Мы посчитали своей командой, что... Томская область уже ворвалась в какие только, возможно, прорывные технологии, решили, что следующий этап — это новые миры, а именно миры Солнечной системы. Мы выбрали 4 мира — это Энцелад, Титан, Марс и... Ох, прошу прощения. Так, Марс, Энцелад, Титан и... Что такое-то? И Венера. Прошу прощения, коллеги. В связи с текущей ситуацией наш фестиваль пришлось перенести в онлайн-формат. Но мы не сдались, продолжили работать еще активнее. Теперь есть возможность показать успехи нашего региона не только для Томской области, но также для других городов и даже стран. Онлайн-формат сейчас стал чем-то новым и пугающим, я думаю, для многих. И в рамках информационной кампании мы провели демо-день нашего фестиваля 30 июня. Также есть запись, его можно будет посмотреть. Это было максимально сложно, но мы справились. Программа состояла из мастер-классов от наших участников, лекций от наших спикеров, среди которых также была компания Samsung. Мы проводили розыгрыши и даже провели онлайн-концерт. Трансляция велась на канале YouTube, повторюсь, ее можно будет посмотреть. Наш основной фестиваль пройдет 17-20 сентября, программа будет еще насыщеннее, будут технологические мастер-классы, соревновательные треки, гонки дронов, выступления кавер-групп и различных творческих коллективов. Также мы будем проводить розыгрыши, рейтинговая система, где каждый сможет получить приз в рамках нашего фестиваля. Наша основная целевая аудитория – это, конечно, школьники, студенты, педагоги, мейкеры. Ведь цель нашего фестиваля – это создать технологическое сообщество в нашем регионе, где каждый сможет себя проявить и продвигать Томскую область. Школы могут принять участие в наших мастер-классах в очном формате, так как главная цель фестиваля «Руками» – это вовлеченность ребят в мейкерское движение, чтобы они смогли сделать что-то собственными руками. Мы подготовим расходные материалы, подготовим мастер-классы. Чтобы принять участие в школе, необходимо связаться со мной. Все контакты будут указаны в презентации. И, соответственно, мы обсудим все возможные варианты. Основная аудитория школьники – это 5-11 класс. То есть мы по опыту, так же, как вот обучение в Кванториуме, мы понимаем, что это самая такая интересная для нас аудитория. Попрошу, пожалуйста, следующий слайд. Коллеги, пожалуйста, следующий слайд. Спасибо. Я уже проговаривала, что в рамках фестиваля будут соревновательные треки. Из них сейчас, один из них я расскажу, это конкурс создателя.
Цель конкурса – это привлечение внимания обучающих Томской области к мейкерскому движению и вовлечение их в мейкерское сообщество через решение прикладных инженерных кейсов при помощи инструментов прикладной математики и информатики. Что необходимо для участия в конкурсе? Нужно будет решить кейсы, предоставленные нашими организаторами на сайте конкурса создателя, и решения, использованные участниками в собственных проектах. Чтобы принять участие в данном конкурсе, все контакты указаны, этим занимается наш методист Сухих Алина, нужно будет через нее подать заявку и принять участие. Если будут какие-то вопросы по конкурсу, буду рада ответить на них после окончания презентации. Пожалуйста, следующий слайд. В рамках фестиваля «Руками» от главных организаторов, то есть от московского фестиваля, проводится Всероссийский фестиваль «Руками». В чем его необычность? Там может принять участие человек абсолютно любого возраста. То есть это может быть технологический энтузиаст, мейкер любого возраста, это может быть даже, мы уточняли да, этот момент, это может быть даже ребенок с начальной школы. То есть он может представить свой проект, это должна быть какая-то общественно значимая разработка, которая реализована с применением современных технологий. То есть здесь сюда включается перечень сквозных технологий, национальные технологические инициативы, которые соответствуют одному из треков конкурса. Треки конкурса указаны на слайде. Можно принимать участие как индивидуально, так можно быть в рамках детско-юношеской команды, детско-взрослой команды, семейной команды, то есть абсолютно команда друзей, абсолютно свободный формат участия. Можно подать заявку, указано на слайде, по ссылке. Если будут какие-то вопросы, можно обратиться к моей коллеге Малышевой Людмиле. Заявки можно подать до 11 сентября. Еще раз повторюсь, участвовать может абсолютно любой возраст, поэтому заинтересуйтесь этим конкурсом. Финал данного конкурса будет проходить в Москве, то есть в регионе, со всех 15 регионов. Это отборочный дистанционный этап. Можно будет в финале в ноябре поучаствовать уже в Москве и побороться за победу. Следующий слайд, пожалуйста. Коллеги, в принципе, хочу закончить, повторюсь, 17-20 сентября в онлайн-формате, можно сказать, впервые для нас мы проведем такой крупный фестиваль. Количество охваченных участников более 4000. Принимают участие наши партнеры в регионе, партнеры из других регионов, доп. Образование, школы, сам Кванториум. Мы будем рады вас видеть. Если вы хотите принять участие, провести какой-то мастер-класс, вы можете принять участие как просто посетитель. Мы в скором времени открываем регистрацию на нашем сайте. Вся информация в нашей группе ВКонтакте «Руками Томск 2020». Будем очень рады вас видеть. Готовы ответить на ваши вопросы. Уважаемые участники, мы сейчас начали уже получать вопросы из чата, и надеемся, что их будет больше. Вопрос достаточно общего характера. Я думаю, что на него может ответить как Зарина, так и Полина Игоревна. Каждый со своей стороны. Вопрос звучит так. Добрый день. Как ученикам сельской школы стать участниками НТИ? Вопрос задает учитель математики Шигарской СОШ номер 2. Зарина, тебе первое слово. Участником НТИ можно стать как приняв участие в фестивале, так связавшись с сотрудниками Кванториума, с любым сотрудником. Это могу быть я, можно написать в нашу группу ВКонтакте. Можно в первую очередь принять участие в фестивале руками, затем поучаствовать в фестивале коллаб. Ведь сейчас он дистанционный, и если нет возможности, в чем есть большой плюс онлайна, если нет сейчас возможности приехать очно, это далеко, то можно принять участие в фестивале и дальше развиваться в рамках национальной технологической инициативы вместе с нами. Спасибо, Зарина. Я думаю, что Полина Игоревна тоже хочет что-то добавить. Да, на самом деле, в прошлом году мы вместе с учителями проводили открытые уроки НТИ. Да, в этом году вот учителю тоже можно пойти по этой же схеме, можно зайти на сайт кружкового движения, да, и мы, как оператор Олимпиады НТИ в регионе, будем делать в том числе рассылки по школам с методическими материалами, обязательно проведем обучающий семинар
для учителей, как провести урок НТИ, да, потому что чаще всего вход детей в национально-технологическую инициативу начинается именно с урока НТИ. Да. Этот урок вы проводите у себя в школе, в этом нет ничего сложного, полностью все будет готово. Можно начать с этого, можно начать с фестиваля. Главное, что у вас уже появился этот вопрос, значит, есть желание, ну, а мы поможем, как правильно сказала Зарина, пишите в Кванториум, мы безумно радуемся каждому инициативному учителю, который появляется у нас как в друзьях. Поэтому обращайтесь, будем подсказывать и помогать. Спасибо, Полина Игоревна. Я думаю, что со своей стороны у меня тоже есть ответ на ваш вопрос. И, наверное, пришло время перейти к следующему формату подготовки, к образовательному. Я хотела бы вам рассказать о наших разработках, в том числе об онлайн-ресурсах, которые помогут ученикам, в том числе и сельских школ, стать частью глобальной национально-технологической инициативы и подготовиться к Олимпиаде НТИ. Я сейчас попрошу вывести мою презентацию на экран, в которой я поподробнее расскажу об онлайн-ресурсах самых разнообразных, о тех курсах, которые мы в этом году предлагаем. И мы искренне надеемся, что ученики из сельских школ смогут дистанционно подготовиться к Олимпиаде. Ну, наверное, вы спросите меня, почему я решила говорить про Олимпиаду НТИ? Почему наш детский технопарк «Кванториум» проводит два глобальных фестиваля по этой тематике? Ну, открою вам секрет. Наша организация в 2018 году стала методической площадкой по подготовке к Олимпиаде НТИ, а в 2019 году – координатором кружкового движения НТИ в Томской области. В течение прошлого года мы разработали и запустили программы по 16 профилям подготовки, провели 4 хакатона, провели уроки НТИ, в которых приняло участие 4500 ребят, работали с более чем 100 педагогами и запустили, наконец, 7 онлайн-курсов. Нас к этому подтолкнула не только текущая ситуация, но и потребность именно учеников сельских школ влиться в наши программы подготовки. Как вы видите на слайде, проведенная работа позволила нам сделать настоящий прорыв по привлечению школьников на Олимпиаду НТИ. Данные по регистрациям и количеству побед превышают прошлогодние показатели в 7 раз. Но, казалось бы, возникает вопрос, каким образом это удалось сделать и что нового мы вам приготовили на следующий год. На самом деле мы построили нашу образовательную систему по модели онлайн-технологии EDDIE, с английского языка Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Анализ, проектирование, разработка, внедрение и оценка. Самый важный вопрос, на который нам пришлось ответить в подготовке школьников к Олимпиаде НТИ, это понять трудности, с чем сталкиваются ребятишки. И на самом деле они очень похожи. Неважно, говорим мы об учениках городских школ или сельских. Давайте внимательно посмотрим на слайд, потому что нам с вами вместе с этим работать. И нам, сотрудникам и педагогам Кванториума, и вам, преподавателям из сельских и городских школ. С чем же сталкиваются наши ребята? Самый распространенный вопрос – это то, что недостаток необходимой базы в школе по предметной подготовке. Скажем, есть темы на Олимпиаде, которых в школьной программе или мало, или они в конце 11 класса, а бывает каких-то специальных глав и вообще нет. А на Олимпиаде такие вопросы есть. Междисциплинарные задания. Наши ребята привыкли решать задачи. Если физика, то физика. Если математика, то математика. А если, например, условия задачи относятся к физике, а решать ее нужны методами программирования, то здесь ребята могут зайти в тупик. И наша задача их этому научить. Многие не знают, как поступиться к олимпиадной задаче, какая стратегия, алгоритм, как ее начать решать, раскручивать, что делать, если ты пошел по неверному пути. Многие говорят, что у них нет самого понимания физики, математики. Ведь если не знаешь сути предметов, какие формулы тебе не помогут? И как узнать, правильную ли формулу ты применил?
очень много у ребят организационных вопросов. По работе с сайтом, по работе с тем, как собрать команду, как подготовить проект, как его защитить, как проходит следующий тур. Большое количество вопросов. Мы увидели, что трудности эти касаются двух аспектов – организационного и содержательного. Что касается подготовки команды, я об этом расскажу чуть попозже. Мы сняли серию видеороликов об этом. Мое выступление в большей степени о преодолении вот этих вот содержательных недостатков. Поэтому, как вы видите, проблемы-то очень разнообразные. И недостаток школьной базы, и отсутствие стратегии решения задач, их междисциплинарность, и сложно оценить свои возможности, и проблемы по работе в команде. Поэтому на следующем этапе нам и вам тоже очень важно определиться, как же помочь ребятам справиться с трудностями и что же нужно участникам для успешной подготовки. Ну, давайте посмотрим опять на слайд. Большинство ребят говорят, что им нужно как можно больше примеров решения задач с разборами и очень много практики, много-много задач на самостоятельное решение. Ребята говорят, что нужно изучать темы, которых нет в школьной программе, спецглавы предметов. Важно понять стратегию и алгоритм решения олимпиадной задачи, понять, где в ней изюминка, как ее начать решать, как к ней подступиться. Очень важно разбирать с ребятами задачи, которые вызывают наибольшие затруднения. Наверняка многие ребята, в том числе и сельских школ, участвовали в олимпиаде в прошлом году. И сейчас самое время прорешать им те задачки, с которыми они не справились. Тем более появились сборники решений прошлого года. Многие ребята хотят научиться правильно ошибаться. Да, это звучит забавно, но речь идет о том, как позволить себе делать ошибки, которые приведут в конечном итоге к правильному решению. И очень многие хотят, чтобы было больше онлайн-курсов, чтобы было больше материалов для участников. Обязательно нужна какая-то коммуникационная платформа, где можно задавать вопросы, обсуждать задачи. Одно из важных, о чем я говорила, это понимание сути явлений, что и как происходит в системе. Что без этого невозможно действительно решить олимпиадную задачку. Но прежде чем рассказать, собственно, о наших разработках, я хотела бы сказать, что мы не единственные. На самом деле вопросами подготовки школьников к Олимпиаде НТИ заинтересовались многие ведущие компании. Например, платформа онлайн-курсов Lectorium, которые в рамках проекта «Остров» создали несколько курсов для так называемого университета НТИ. Вы, должно быть, скажете, да это все для студентов или для взрослых. Но если внимательно посмотреть, можно найти очень интересные ресурсы, которые могут использовать эти школьники. Мне, например, очень нравится LangGrid, занимательные Big Data, параллельные распределенные вычисления. Можно также посмотреть другие курсы. Наверняка найдутся интересные материалы, которые можно рекомендовать участникам. Это еще один ответ на вопрос, как готовиться ребятам из сельских школ, которые не могут приехать к Кванториуму. Огромное количество очень качественных интернет-ресурсов, которые мы можем рекомендовать. Кроме того, есть курсы на платформе Сейдик. Многие из них не относятся напрямую к Олимпиаде НТИ, но если хорошо поискать, то можем найти качественный образовательный материал. Ну, например, ребятам, которые готовятся по профилю спутниковой системы, может пригодиться курс «Современная космонавтика». Несмотря на то, что он не готовит непосредственно к Олимпиаде, там есть все необходимые темы для участие в финале по этому профилю. Кроме того, на платформе Stepik можно найти курсы с задачами прошлого года, а на сайте Олимпиады НТИ можно найти сборники с решениями задач прошлых лет. Однако, несмотря на все это, у ребят и у преподавателей возникает вопрос, а как же сформировать такую комплексную системную подготовку вот из всех этих разрозненных материалов? Ведь сборники не учат решать олимпиадные задачи. Они дают готовые решения, фактически это сборник рецептов, но это не тренажер для школьников.
Мы считаем, что самое главное – это научить детей пониманию сути тех процессов, которые отражены в олимпиадной задаче. Научить их стратегии решения, научить их думать, размышлять. Мы считаем, детям не нужны электронные шпаргалки, не нужны сборники готовых решений. Им нужен своего рода такой электронный тренажер для подготовки, которые помогут подступиться именно к междисциплинарным заданиям, откроют темы, которых нет в школьной программе, научат их стратегии решения олимпиадных задач, а главное, научат рассуждать и не боятся поступить к таким задачам. Нам стало очевидно, что для реализации такой образовательной модели, а тем более в онлайн-формате, необходимы очень разнообразные площадки и инструменты. Мы, а также вы, педагоги, методисты, можете использовать разработку онлайн-курсов, лангридов, скринкастов. И очень важна методическая поддержка педагогов и самих обучающихся. Ну, например, мы в детском технопарке «Кванториум» разработали серию видеоинструкций для педагогов и для учеников о том, как работать с современными онлайн-платформами. Эту серию видеоинструкций мы разместили на нашем YouTube-канале. И педагоги, и дети могли посмотреть и понять, какие кнопки нажимать и как правильно пользоваться, какие возможности платформы есть для этого. Что же можно использовать? Когда мы разрабатывали онлайн-курсы, мы остановились на платформе курсов Stepik, которая является агрегатором прежде всего для участников Олимпиады НТИ. На этой платформе также много школьников. И кроме того, платформа достаточно проста, как для разработчиков, так и для участников Олимпиады, которые ей пользуются. Вебинары мы начали проводить на платформе Zoom, но в связи с перебоями попробовали также возможности Discord. Для того, чтобы наша подготовка была более интересной и разнообразной, мы, кроме онлайн-курсов, записывали отдельные видеоролики, которые выкладывали на YouTube-канале, а также записывали так называемые скринкасты, видеоинструкции, фактически видео с захватом экрана. На слайде вы видите логотипы тех платформ, которые мы использовали, и мы также рекомендуем вам попробовать, посмотреть. Мы не считаем себя единственным разработчиком ресурсов к Олимпиаде НТИ. Мы своего рода экспериментальная пилотная площадка, и будем рады, если вы со своей стороны тоже попробуете разработать свои собственные авторские ресурсы. А мы поделимся своим опытом, подскажем, поможем, расскажем о тех граблях, на которые мы сами уже наступили, и как лучше и эффективнее вам выстроить свою методическую и учебную работу. Ну вот в качестве примеров я хотела бы рассказать о так называемых лангридах. Наверняка многие из вас его уже слышали, а те, кто нет, скажу, что слово от английского long read – длинное чтение. И формат этот хорошо известен журналистам. Давно применяется в веб-журналистике как электронные статьи. Ну, опять же, расскажу вам про платформу Lectorium, которая взялась и переделала формат лангрида под образовательные задачи. И стала делать так называемые микромодули. Для нас лангрид интересен тем, что можно создать, ну, некий мотивационный цифровой материал, погрузить детей в тот или иной профиль, открыть какие-то спецглавы предметов, ну, которые, скажем, слишком малы для онлайн-курса, но о которых очень хочется интересно и интерактивно рассказать. Лангрид – это тот самый вариант. Лангриды делаются на платформе Tilda, это конструктор сайтов, и фактически лангрид – это сайт, посвященный какой-то тематике по подготовке к Олимпиаде НТИ. Ну вот здесь на слайде некоторые скриншоты тех лангридов, которые мы делали, лангрид сети фермерства, лангриды по подготовке к профилю, анализ космических снимков и геопространственных данных. И если перейти по ссылочке сети фермерства TWS, то можно посмотреть лангрид, который мы создали для участников Олимпиады по профилю сети фермерства. Ну, сейчас я думаю, что мы попробуем его открыть и посмотреть. Ну, пока ссылочка на сайт открывается, я скажу, что в лангриде
можно включать огромное количество самого разнообразного материала, не нагружая при этом детей. Там можно вставить видеоролики, можно вставить ссылки на какие-то дополнительные ресурсы. Но самое главное, что мне больше всего нравится в лангридах, это принцип академической свободы. То есть ребята могут ограничиться тем объемом информации, который есть в лангриде. Вот если мы вниз немножечко прокрутим, то посмотрим, что там вообще может быть. Давайте немножко вниз. Там могут быть фотографии, видеоролики, мнения экспертов, ссылочки для перехода, чтобы посмотреть дополнительные источники, цифры, факты, карусель фотографий, какая-то опорная информация для того, чтобы познакомиться с профилем Олимпиады, информация по технологиях, которые используются здесь, схемы, цветные иллюстрации. Ну вот опять смотрим, еще больше видео, еще больше ссылочек. Собственно говоря, весь этот материал делается для того, чтобы дети могли погрузиться в нужный профиль подготовки. Давайте еще ниже немножко опустимся. Для того, чтобы могли познакомиться и изучить материал. Почему я говорю об академической свободе? Ребенок может открыть или не открыть то или иное видео. Не переходить. Может быть, ему достаточно той информации, чтобы понять, да, это мое, я хочу. Я буду участвовать в 1.3 по профилю сети фермы. Если он действительно въедливый и хочет узнать как можно больше, я вернемся к нашей презентации. Кроме лангридов, мы используем и другие форматы онлайн-подготовки. И я думаю, что о них мы тоже вам расскажем. Да, коллеги, задавайте свои вопросы. Людмила Николаевна отключилась. Она действительно показала большую работу, проделанную методическим отделом кванториума. И очень важно, я хочу еще раз подчеркнуть, что не только мы, не только кванториум делают эту методическую работу. Мы привлекаем разных специалистов и из университетов, из учреждений доп. Образования. Наша задача, она в первую очередь интеграционная. Мы работаем на весь регион. Задача, чтобы появилось как можно больше площадок подготовки, чтобы школы самостоятельно смогли готовить ребят и помогать им. Мы для этого столько создаем условия, готовы помогать вам тем, что тем, чем можем, скажем так. Вот. И с удовольствием идем навстречу и ну, идем к сотрудничеству. Поэтому, если вы тоже желаете стать разработчиками таких методических материалов, если у вас есть свои идеи, делитесь, подключайтесь, включайтесь в нашу большую региональную команду. Мы безумно рады любой инициативе, потому что ну, все-таки мы сейчас говорим именно про наших общих детей Томской области. Ну, вот.
Давайте задавайте свои вопросы. Если вопросы есть, мы с удовольствием на них ответим. Вот. Людмила Николаевна, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Да, здравствуйте еще раз. Произошла небольшая техническая заминка, случились некоторые трудности с интернетом. Но когда мы говорим о дистанционном формате работы, понятно, что это, конечно, может случиться. Я надеюсь, что дальше у нас не произойдет никаких проблем. Я рада вернуться к своей презентации и сказать, что кроме лонгридов можно использовать и другие современные форматы. Ну, например, скринкасты, тоже англоязычные. Слово от английского screencast, то есть съемка экрана. Есть специальные программные продукты, например, screencast-o-matic, которые позволяют записывать ваш голос, а также видео. Платформы программных продуктов. А есть большое количество бесплатного программного обеспечения, которое позволяет записать, пользоваться такой возможностью. Как я уже говорила, можно записывать и обычные видеовыступления. Ну вот, в частности, мы записывали видеоэкспертов, как их, так и приглашенных на наши занятия, записывали разные обучающие видеоролики, записывали занятия, на которых ведется подготовка к Олимпиаде НТИ. И в последний год мы записали даже несколько видео для детей, которые стали участниками Олимпиады НТИ Junior. А сейчас я бы хотела рассказать, наверное, о самом интересном нашем опыте. Это серия онлайн-курсов, которая в дистанционном образовании называется «Специализация». Я буду рассказывать о серии курсов под общим названием «Математика и информатика НТИ». Сейчас, наверное, самое время перейти к следующему слайду, на котором есть информация об этом. Мы провели пилотный запуск этих курсов в дистанте в мае и в июне 2020 года. И хочу сказать, что эти курсы радиировали сборники АДНТИ. Мы поговорили с детьми, как определить наиболее востребованные программы, которые нужны детям. И таким образом, два курса посвящены программированию на языке Python, один курс для начинающих ребят с 5 по 7 класс, второй курс для тех, кто уже умеет программировать и хочет решать олимпиадные задачи. Кроме того, мы записали, наверное, один из самых востребованных курсов развития математического мышления, также для участников Олимпиады НТИ Junior. Ну, название других курсов вы видите на экране. Arduino в онлайн, программирование на языке C++, теория вероятности, теория графов. Вы также можете видеть количество детей, которые зарегистрировались на наши онлайн-курсы на платформе Stepik. За два месяца мы получили в общей сложности 1780 регистраций. Причем на курсы записывались не только участники из города Томска, но и участники из сельских школ. И мы обучили 638 человек. Получилось так, что каждый ребенок выбирал две, а то и три образовательные программы. Курсы были месячные, вебинары мы проводили раз в неделю в платформе Zoom, а вся теоретическая база и все практические занятия были именно в этих курсах, которые размещены на платформе Stepik. Я вижу, что в чате уже есть вопросы, я на них отвечу после своей презентации. И сейчас я хочу переключиться на следующий слайд и рассказать немножко о двух курсах, которые оказались самыми востребованными. Это оказались курсы для учеников с 5 по 7 классов, программирование на Python, на старт внимания код
и развитие математического мышления для будущих инженеров и исследователей. Мы получили более сотни положительных отзывов, но вот два отзыва вы видите на экране, в том числе первый отзыв от родителя ребенка, который живет в отдаленном районе. И родитель говорит о том, что ребенок самостоятельно осваивал эти курсы под нашим руководством, узнал много нового интересного. А также родитель желает нашей организации, всем остальным организациям, я думаю, в том числе и сельским школам, продолжать разработку таких ресурсов, чтобы дети могли соприкоснуться с такими с новыми прогрессивными технологиями. Я также хочу добавить, что наши курсы получили одобрение Оргкомитета Олимпиады НТИ. Их разместили на сайте самой Олимпиады, рекомендовали для подготовки всем школьникам. Вы эти курсы можете найти на сайте Олимпиады НТИ. Вот здесь я привела ссылочку nticonfest.ru. Вы можете их найти. Эти ссылочки все активные. И при нажатии на название курса вы попадаете на платформу Stepik, где эти курсы выложены в свободном доступе, их можно проходить совершенно бесплатно в любом темпе. Для того, чтобы проходить наши курсы, необходимо иметь регистрацию, то есть аккаунт на платформе Stepik, найти нужный курс, нажать кнопочку «Записаться на курс», и он будет доступен для прохождения. Проходить курсы можно самостоятельно, но мы бы рекомендовали все-таки проходить с сопровождением наших педагогов, потому что мы убедились на своем опыте, что для ребят очень важны еженедельные Zoom-встречи с преподавателем, который объясняет новые темы, домашние задания, отвечает на вопросы, помогает решать те проблемы и трудности, которые возникают с олимпиадными задачами. Кроме того, эти курсы можно найти в поисковике на платформе Stepik или набрать просто курсы по подготовке к Олимпиаде НТ, и вы их без проблем найдете. Кроме того, все те курсы, о которых я говорила, мы в этом году запустим и в очном формате. Ребята, которые учатся в городе Томске, смогут прийти в кванториум и заниматься у нас очно на данных программах. Ну и в завершение своего выступления я хотела бы сказать, что с этого учебного года мы запускаем новую специализацию, то есть серию онлайн-курсов под названием «Физика НТИ». Это курсы, касающиеся самых востребованных разделов по физике, которые встречаются в Олимпиаде НТИ. Физика, наверное, один из наиболее востребованных предметов подготовки. Если откроете перечень профилей, увидите, что задачи и вопросы по физике встречаются в первом и втором этапе практически всех профилей Олимпиады НТИ. Название курсов вы видите на слайде. Это, наверное, самые распространенные темы: механика, электродинамика, колебания волн, электротехника, курс по термодинамике. Многие темы, которые мы затронули, отсутствуют в школьной программе. Мы считаем, что это будет очень интересно для ребят. А также для тех, кто учится еще в 5-7 классе и физику в школе не проходит вообще, мы сейчас разрабатываем новый курс «Физика НТИ Junior». Это для ребятишек 5-7 классов, которые хотят участвовать в этом профиле. А там уже есть задачки на понимание, что такое электрический ток, как собрать несложную электрическую схему, как называются электронные компоненты. О всем об этом мы обязательно расскажем в этом курсе. И ребята придут на Олимпиаду НТИ Junior уже подготовленные по физике. Итак, а теперь я хотела бы сказать о результатах. К чему мы вообще хотим прийти? Для нас самое важное, чтобы дети научились применять вот эти специальные разделы физики, математики, информатики не только к решению олимпиадных задач, но и к проектной деятельности, которыми занимаются, например, на базе вашей школы, чтобы они научились решать междисциплинарные задачки, чтобы они узнали о новых технологиях, научили их применять, чтобы они стали понимать суть явлений, например, которые происходят в физической системе, чтобы они научились, наконец, пользоваться онлайн-платформами. В прошлом году наши квантарианцы принесли в несколько раз больше побед в Олимпиаде НТИ, чем позапрошлом. И для нас это знак, что мы находимся сейчас на правильном пути. Мы будем развивать нашу образовательную систему и для ребят проводить не только образовательные треки, но и соревновательные. Как и в прошлом году, вас ждут мероприятия для преподавателей,
уроки НТИ и многое-многое другое. На следующем слайде я оставила ссылочки для предварительной записи на наши специализации. И, конечно же, вы можете обратиться напрямую в детский технопарк в Анториум, найти наш сайт в интернете, позвонить по общему телефону администратора и спросить, когда будет запуск этих курсов и когда можно присоединиться к этим программам. Ну, я хотела бы еще добавить, что все курсы месячные, и каждый ученик может собрать для себя свою уникальную комплексную программу, исходя из того, что ему нужно. Например, он хорошо уже программирует на Питоне, но хочет узнать, что такое теория графов и теория вероятности. Он может выбрать именно эти курсы. А может быть, он хочет прокачаться именно в платформе Arduino, и тогда он выбирает именно этот курс. То же самое с физикой. Если вы хорошо себя чувствуете в механике, но сомневаетесь, знаете ли вы все в электротехнике и термодинамике, выбирайте те модули, которые вам нужны. А сейчас, наверное, время для того, чтобы ответить на вопросы. И у нас есть вопрос из чата, но, к сожалению, не написано, кто его задает. Где взять все эти ролики, курсы и материалы? Ну, я частично в своем выступлении уже сказала, что прежде всего можно открыть платформу Stapic, Stapic.org, зарегистрироваться на ней, в поисковике ввести «Олимпиады НТИ» или ввести те названия курсов, о которых я говорила, найти эти курсы, нажать на кнопочку «Записаться». Коллеги, у нас, видимо, произошли какие-то технические трудности снова, Людмила Николаевна, все-таки с интернетом. Мы все еще ждем вопросы, какие-то у вас, может быть, появились. Будем рады увидеть, услышать их в чате. Людмила Николаевна как раз проговорила, что у вас проблемы со связью, подключайтесь, и что мы готовы к вопросам еще каким-то от коллег. Да, коллеги, надеюсь, что меня слышно. У нас сейчас наше мероприятие подходит к завершению. И хотелось бы узнать нашего модератора в чате, есть ли еще вопросы от участников нашего мероприятия. Ну, если вопросов нет, я передаю слово для завершения. Так, вроде бы есть еще вопросы, давайте сейчас уточним. На вопрос про онлайн-курсы и ролики я ответила. Какой-то есть вопрос про сельское хозяйство, но не совсем понятен. Я прошу модератора чата его скопировать. А если вопрос касается сельского хозяйства, ну, правильно ли я его понимаю? Что касается Олимпиады НТИ, есть профиль «Сити фермерства», где речь идет про агробиотехнологии. У нас для подготовки к профилю «Сити фермерства» есть образовательные программы базового и углубленного уровня, есть онлайн-курс на Стэпике «Мир под микроскопом. Вдохновение. Технологии. Разработка». Есть лангрид «Сити фермерства». Поэтому, если есть конкретный вопрос, как записаться к нам на программы, у нас есть наши контакты. Так, и уточняю... вопрос. Можно ли представлять программы НТИ?
Коллеги, все против нас, но мы не сдаемся. Вижу еще вопрос. Людмила Николаевна, я думаю, подключится, ответит на вопрос по проектам в сфере сельского хозяйства. Как получить мою презентацию? Я уточню у модераторов. И если возможно, вы можете дать свои контакты, я обязательно с вами напрямую свяжусь и перекину вам свою презентацию. Мы с вами обсудим возможное взаимодействие по фестивалю руками. Поэтому можете написать в чат свои контакты, я с вами свяжусь обязательно. Я думаю, что мы завершаем, коллеги, в связи с, в принципе, техническими неполадками и с тем, что у нас, да, заканчивается действительно время. Все те вопросы, которые остались неотвеченными, пожалуйста, в чат дайте свои контакты, коллеги, мы с вами свяжемся, ответим на все вопросы, может быть, более предметнее даже обсудим это по телефону. Было очень приятно рассказать вам о всех наших проектах. Еще раз повторюсь, 17-20 сентября фестиваль руками. Мои контакты есть в презентации, у кого нет возможности взять презентацию, еще раз говорю, свои контакты дайте, пожалуйста. Collab Fest будет 16 октября. Будем очень рады с вами увидеться. Коллеги, спасибо, что присоединились. Я тут уже со всеми прощаюсь. Зарина, спасибо. Уверена, что ответ был содержательным и обстоятельным, и исчерпывающим. Как я уже начала говорить, наше мероприятие подходит к концу. И слово для завершения мероприятия, подведения итогов, опять предоставляется директору детского технопарка «Манториум» Полине Игоревне. Вам слово. Да, уважаемые коллеги, я надеюсь, что этот эфир был для вас полезен. Достаточно много разнообразной информации мы сегодня постарались вам передать. И главный мой тезис, я его просто хочу еще раз подчеркнуть и повторить. Мы работаем в одной команде. Эта команда называется «Команда Томской области». Соответственно, давайте работать вместе. Подключайтесь, пишите, задавайте вопросы, всегда идем навстречу, готовы работать в связке, помогать, усилять ваши результаты. Ну и, конечно, без вас мы не справимся, потому что, ну, как бы, те самые учителя и руководители, и дети – это те, ради кого вот это все создается. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы вдохновились национально-технологической инициативой, подключитесь к фестивалям, проведете открытые уроки, и мы в этом году покажем еще более интересные результаты. Спасибо. Спасибо, Полина Игоревна. Мы завершаем наше мероприятие. И есть вопрос из чата, как получить наши презентации. Ну, для начала хочу сказать, что наверняка будет запись трансляции на той платформе, где вы находитесь, можно будет еще раз все посмотреть. При желании мы готовы направить вам наши презентации по запросу, поэтому можно обратиться в детский технопарк «Манториум», позвонить или написать нам, и мы вышлем тот материал, который вам нужен. Презентация или нечто большее. Ссылки, информация, наши советы и рекомендации. Итак, уважаемые участники, наше мероприятие завершилось. Спасибо спикерам, спасибо участникам, которые были с нами все это время. Мы с вами прощаемся и будем рады видеть вас в детском технопарке «Манториуме», а также на мероприятиях фестиваля национально-технологической инициативы «Collab Fest» и на фестивале «Идеи и технологии руками». До новых встреч! Издательство «Национальное образование» представляет в серии «Пиши и стирай». Тетрадь для письма маркером «Английские буквы. Пиши и стирай» для детей от 5 до 8 лет.